всегда есть к чему стремиться. Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» отмечает полувековой юбилей. Сегодня это ведущее полиграфическое предприятие в республике, оснащенное современным оборудованием. На праздничное мероприятие, посвященное 50-летию комплекса, собрались работники, их коллеги, друзья и официальные лица. Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» сегодня полноцветная печать более 100 центральных, республиканских, городских и районных газет. Разовый тираж доходит до 700 тысяч экземпляров. Помимо заказов от печатных СМИ, здесь выпускают книги, различные рекламные материалы. Все на современном оборудовании, оперативно и красочно. Любой продукт, любой товар, он должен быть привлекательным для заказчика, для читателя. И вы, как полиграфисты, с учетом тех заказов, которые на самом деле оформляются уже на современном уровне, современным дизайном, зная психологию потребителя на потребительском рынке, и практически найдется всегда тот потребитель, который захочет почитать ваши качественно подготовленные товары. А началось все с 1933 года, когда было образовано Чувашское областное отделение издательства. Долгие годы газетно-журнальная редакция не имела собственной полиграфической базы. И только 23 июля 1968 года было создано издательство обкома КПСС «Прообраз современной ИПК Чувашия». Сложившийся коллектив, пожалуй, одно из самых больших достижений комплекса. Машинисты, переплетчики, дизайнеры и печатники. В компании сегодня работает более 50 профессионалов своего дела. Я устроился на работу 1981 года, 31 августа, учеником помощником печатника. И вот эта работа мне понравилась, я любил читать книгу, и сейчас же люблю читать. И вот на пенсии вышел в апреле месяце, я продолжаю еще работать, пока здоровье есть. Последнее приобретение комплекса – поточная книжная линия «Колбус-2000». Машина позволяет резко повысить качество, объемы и производительность выпуска книг в твердых переплетах. Сегодня есть потребность в современных автоматических ниткошвейных станках. Поставлена амбициозная цель – выйти на объем отгружаемой продукции в 240 миллионов рублей. Рифат Фаткулин, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика.